芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。Итак, мы продолжаем. И нам осталось две концовки получить у Наэльки. Ну, две же, может, три прошли. Или не... В общем, я не помню. По-моему, две концовки. Ладно, поехали. Поехали, поехали, поехали. Задание. Задание легенд. Так, Наэль... Стоять, награду кто забирать будет. Угу, так, это нам пригодится. Поехали. Угу. Ну понятно, один экзамен мы удачно прошли, второй нужно пройти не очень удачно. Ехали. Кстати, справедливо, Петр, что за стример сидит и мешает вам тут козу слушать? Ну как бы да, да, по факту-то да, есть такое дело. Так, поехали. Блин, ну не, ребят, сегодня на ивент меня не хватит. Завтра ивент, скорее всего, пройдем. Там, может, и ивент пройдем, может, и бездну потыкаем. Ну, будет такой стрим страданий. А чё бы и нет? Уже 100 лет подобных стримов у нас не было. Уже 100 лет мы с вами не тыкали бездну. Чё бы и нет? Или бездна меня не тыкала 100 лет. Ох, боже, кошечки. Так, ну, поехали. Биг, пока тебя не было, стонала коза. Вот. Так, ну давайте, экзамен, да, поехали. Отдай концовку. Мне уже палец устал на мышку тыкать. Семена одуванчика? К сожалению, это неправильный ответ. Второй вопрос. Искатель приключений всегда должен учиться на своем опыте и записывать в своем дневнике все, что... Все, с чем он... Ага. Так, ладно. Так, это отвечаем правильно. Так, ладно, море. Хорошо, едем к охотнику. Посмотрим, как мы можем тут зафейлить. Ну, надеюсь, зафейлим. Ладно, давайте попробуем. Так. Так, может, живая консерва, ребят? Почему нет? Может быть, живая консерва? Хотя, не очень похоже на подходящее блюдо. Давай придумаем что-нибудь другое. Ладно. Тогда рыбный шашлычок? Рыбный шашлычок? Он легок в приготовлении, нужен только перец и рыба. А вот рыбу еще излови, попробуй. Отнесем блюдо господину Сайрусу, когда оно будет готово. Мы всегда можем передумать... Да, понятно. Понятно. Так, ну, конечно, это дело чести. Как можно хотя бы разочек не выбрать консерву? Рыбный шашлычок, где же? Рыбный шашлычок. Ну, аромат поднимает настроение, конечно. Рыбный шашлычок — это правильный ответ? Дело в том, что многие люди не могут есть рыбу, которая не приправлена большим количеством перца. Я, например, вполне счастлив съесть его без приправ. Но есть более простые в приготовлении блюда. Вот, значит, как. Прошу прощения, мне не пришло в голову варианта получше. Ладно. Значит, отвечаем правильно на все варианты, а потом готовим неправильный шашлык. Я вас понял. Хм.
Не, так понятно, что рыба не везде есть, но нам как раз таки и нужно зафейлить. Да, давайте просто завалим испытание. Да и все. Сейчас проверим. Ну хотя нет, подождите. Зафейлить испытание не... Шпинат, тут уже готовится тебе гневный ответ, ты тише. Она-то на месте, но она не помнит точно. Боже. Так, ну давайте, давайте. Только шашлычок и все. Да-да-да, вот мы сейчас курили, она о том же говорила. Но, блин. Ну и все. Так, хорошо, поехали. Значит, рыбный шашлычок. И этого должно быть достаточно, да? Но живую консерву я просто обязан был предложить. Блять, у меня шашлыки закончились, сюг. Так, а у нас же рыба есть? Есть, славненько. Так, держи. Свеженький, вот только что приготовленный. Люди не могут есть, это понятно. Но не расстраивайся, я приберег лучшую часть экзамена напоследок. Приходите... Так, угу. Блин, а его нужно убивать или нет? Наверное, да. Экзамен-то сдать мы все равно должны. Поэтому давайте убьем, но просто не получим наивысшую оценку. Угу. Просто сдается мне, если полностью зафейлить, то встреча завершается. Два испытания нужно пройти, нужно завалить какое-то одно. Все. Вообще, в первый раз я мог правильный ответ, в принципе, стейк уже готовить. Хамон. А ну, спадем. А ну, поехали. Да, два испытания все-таки нужно закрыть. Наэль все так же прекрасно. Я должен был просто проверить. Уничтожено. Фуф. Я закончила. Да нужно, два нужно пройти по-любому. Два нужно пройти из трех. Иначе все. Встреча заканчивается. Так, это твои... Так, понятно, она нам благодарна. Да, я обязательно приду. Все, идем. Идем. Сюк, что ж ты так высоко-то? На козочку арты? Да, на козочке арты уже, в принципе,
Козочка абсолютно всем устраивает. Тут вот дед начал одеваться. Как бы не сам, конечно, да, и не мной, но в целом, да, дедуля одевается. Ага, похоже, что... Даже третья часть экзамена сущий, пустяк для вас. Так, результат экзамена, вот. Ты успешно сдала экзамен и была близка к тому, чтобы получить высший балл. Если даже Наэль не смогла получить высший балл, возможно, мне нужно поработать над сложностью экзамена. Козу раздевать не позволю. Даже проходные требования должны быть снижены, чтобы соответствовать уровню новичков. Мы сможем поднять сложность на более позднем этапе. Только так мы сможем привлечь новых искателей приключений. Я не получила высший балл. Сначала о главном. Позволь поздравить тебя с успешной сдачей экзамена. Я попрошу Катерину немедленно заняться твоим зачислением в гильдию. Ноэль? Где я ошиблась? Есть ли надежда, что я смогу исправить оценку? Если бы я могла начать все сначала... Простите, господин Сайрус, что вы только что сказали? Я была в своих мыслях. Я собирался спросить, а есть ли у тебя время сходить со мной в гильдию? Простите, господин Сайрус, мне нужно дальше готовиться к экзамену. Если я не проанализирую свои ошибки, я повторю их в следующий раз, когда столкнусь с той же проблемой. Похоже, мне предстоит еще многому научиться. Я пойду в библиотеку и продолжу готовиться. Наэль? Ты уже сдала экзамен, зачем тебе учиться? Конечно, ты допустила несколько ошибок, но это уже слишком. Да, Сайрус, дело-то вот в чем. Понятно. Когда вернешься в город, не мог бы ты сходить в библиотеку и проверить Наэль? Я надеюсь, что мой экзамен ее не очень расстроил. Как же скорректировать сложность экзамена? Ладно, я вернусь в долю ангелов и тщательно обдумаю это за бокальчиком. Само собой, за бокальчиком. Ладно, пойдем в библиотеку спасать бедную Наэльку. Ай, господи боже, какая бедняга. Это как, знаете, это как квест с Дионой, где мы ее расстроили, она такая ушки... приподняла, хвостик приподняла, кулачки сжала, лапки расставила и такая негодует, стоит. Вот это примерно то же самое. Человек-дед. Она что, плачет там? Наэлька, господи боже, ты чего? Не плачет, все хорошо, просто устала. У нее кукуха начала просто это. Бедолага перетрудилась, господи боже. Кошьи боги. Мне нельзя спать. Это, Наэль, ты в порядке? Ой, извини, не заметила тебя. Я подытожила свои впечатления от пробного экзамена гильдии и сделала новый список для чтения. Введение в географию Мондштата. Краткая история приключений в Мондштате. Я так много могу узнать из этих книг. Петр, кого срочно в постель? С кем срочно? Не совершай преступления. Потом, где в Мондштате вкусно поесть? Никогда не думала, что есть столько способов готовки в дикой природе. А также самозащита, искусство приземленного диалога с монстрами.
Боевой подход искателей приключений определенно заслуживает дальнейшего изучения. Единственное, меня смущает объем. Смогу ли я закончить их все? Нерусь, не будем наблюдать мы, как ГГ тащит Наэль в постель, потому что он тупо не сможет поднять ее в броне. Сейчас мы будем наблюдать, как ГГ за ногу тащит Наэль в постель. Ладно, хорошо. А рыцари не сдают такое на отборочных экзаменах. А вдруг это будет единственный случай, когда это будет на экзамене? А что, если они спросят меня, как спасти Искателя Приключений? Или как лучше всего сотрудничать с гильдией Искателей Приключений? Это из разряда «А если вдруг медведь, а у меня угостить нечем?» Типа, как бы, все. Как там в Павлике наркомании-то было? Типа, зачем тебе шоколадка? Типа, а вдруг медведь, а меня угостить нечем? Как бы, да, так это и работает. Если я сейчас пренебрегаю этими темами, то, возможно, пожалею об этом в будущем. Отныне, каждая секунда на счету. Да, Петь, да, там будут медведи с балалайками в ушанках. Как бы да. Неправильные ответы. А если это тоже будет на экзамене? Да. И там Илон Маск, это, да, как бы, на заднем фоне. На унициклах медведи в шапках с балалайками, да. Ну, в принципе, и да, и в этих футболках с Путиным, да. Примерно так, я думаю, и будет выглядеть Снежная. Типа, я, конечно, китайцам доверяю, но мать его не настолько.